Они приехали сюда для того, чтобы показать свои умения и отстоять честь своего района. Здесь на протяжении смены вы пройдете много испытаний, много получите новых навыков и знаний. Ребят, и мне бы хотелось, чтобы эти знания вам не пришлось применять на практике. Но патриот – это не тот человек, который просто любит свою родину. Это тот человек, который в случае опасности готов с оружием в руках защищать родину. Поэтому, ребята, мы надеемся, что из вас вырастут настоящие патриоты, и вы, как наши деды и прадеды, в случае надобности сможете стать на защиту нашей страны. Хочется пожелать вам успехов, но на закрытии мы узнаем, кто из вас самый лучший в Омской области. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. У нас были спортивные мероприятия, к нам приезжали, получается, с народными танцами, с народными играми. И ну, нас тренировали почти каждый день, разборки автомата, строевую подготовку и набивку магазина. Смена отлично, знакомств много, отряды довольно-таки дружные, уже знакомились между отрядами. Смена прекрасна, хоть и военизирована, но мы приехали, чтобы побеждать. Это очень классно, интересно. Тут много занятий спортивных, веселые занятия, кормят вкусно, очень. Правда, добавки иногда не хватает. Смена с военно-патриотическим уклоном, то есть мы с ними проводим занятия по строевой подготовке, по огневой подготовке. Скажем так, немножко обучаем их армейским каким-то навыкам. Ребята, правда, патриоты юные. Здесь много юноармейцев, есть кадетские классы. То есть они с детства уже заряжены. Помогаю в проведении военно-спортивной игры «Орлята России». Конкретно мой этап называется «Побег из плена». То есть, вот видите, 5 веревок. Приходит 10 человек, по парам мы их связывают ноги. Имитация скованности движений. Ну и они на скорость продвигаются до следующего этапа. Им передают эстафету, автомат Калашникова. Ну, макет автомата, конечно. Вот, для придания реалистичности, вот у меня тоже есть холощенный автомат. Я бы сказала, это интересно для девочки, что-то новое, так ощущения другие, необычно. Тяжело, думаю, перетягивание каната для девочек было... Тяжело, думаю. 16, 17, 18. Наши дети должны знать историю нашей страны, как прошлое ее, так и настоящее. Поэтому, как бы, такие мероприятия мы поддерживаем нашу армию и нашего президента.